Ребята, всем привет! С вами Алексей, вы на канале 53 регион. Сегодня вот пришла очередная посылочка. Эта посылочка стоила мне 132 рубля, хотя оценена в 10 долларов. Вот такие дела. Непонятно, почему так дорого оценили, но не знаю. Посылка шла довольно-таки долго. Заказано было 23 января. Получил 10 марта. Так, в этой посылочке у нас находится... Вот такой вот альбомчик для монет. На 10 листов по 6 монет. Всего 60 монет можно вложить. Вот такие прозрачные листы с конвертиками. Выполнен довольно-таки неплохо. Вот здесь такая вот мягкий кожзам. Сделана из жопы китайского дракона. Написано, что это блокнот для коллекционирования монет. В общем, заказал посмотреть, как качество. У продавца были на 60 монет и на 120 монет. На 60 монет 132 рубля, на 120 монет 180 чем-то. Качество, в принципе, хорошее. Буду заказывать еще. Большие альбомы не хочу. Занимают слишком много места. А вот такие в самый раз. Можно сколлекционировать небольшими такими партиями. Тут подписать, что конкретно. И все. Компактно и хорошо. Ссылочку, как обычно, оставлю в описании. С вами был Алексей. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!